За новыми знаниями в новый лицей. В Татарстане прошла церемония по приемке школ и детсадов в онлайн-формате с участием РАИСа Республики Татарстан. Объекты были построены в рамках национального проекта образования. В Набережных Челнах открыли профильный лицей номер 42. В мероприятии приняла участие и наша съемочная группа. Новый профильный лицей номер 42 рассчитан на 1224 учащихся. Однако с нового учебного года здесь будут учиться 1530 учеников. Строительство образовательного учреждения позволило разгрузить соседнюю школу номер 42. Все учащиеся будут обучаться в первую смену. Несмотря на то, что есть некоторое превышенное количество учащихся, мы создадим максимально комфортные условия для обучающихся. Ждем вас в наш лицей. В настоящее время классы и педагогический состав полностью укомплектован, поделился начальник управления образования. В профильном лицее будут обучаться дети с 5 по 11 классы. Специфика данного образовательного учреждения – это предпрофильное и профильное обучение, начиная с 8 класса по различным направлениям. Это, естественно, научные, физико-математические, педагогические классы, гуманитарные, то есть, ну, в зависимости от потребностей наших детей. Школа оснащена по всем требованиям, которые предъявляются к организации образовательного и воспитательного процесса. Всего в новом учебном году свои двери откроют 21 новый объект образования. Это 11 школ и 10 детсадов. Отдельно РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов подчеркнул, что главной системе образования – педагоги. Нужны создать условия для наших педагогов. И эти современные школы должны служить во благо нашей республики, нашей страны, воспитывать. Не только давать образование хорошее, это самое главное. Мы должны воспитывать патриотов, патриотов города, патриотов района, патриотов республики и, конечно же, патриотов нашей страны. В сентябре за парты сядут свыше 500 тысяч школьников, в том числе 53 тысячи первоклашек. Лилия Гатина, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны.